Оксана, да потихоньку, ты как рассказывай. Привет, привет всем. Все норм, красавец. Ну, сегодня лагает, да? Отлично. Ага, все, понял, принял. Да потому что есть вот Wi-Fi, и когда к нему подключаешься, у тебя сразу будет не очень хорошая связь. Поэтому иногда я выключаю, и LTE ловит не всегда. Поэтому вот так. Как приход? Ребят, приход сегодня был такой динамичный. Все увидите рядом. А хотя без кабеля, без микрофона. А ну все равно говорить нельзя. Что-то я туплю уже под вечер. Приход был хороший, интересный. Многообразный. Все увидите реально в понедельник. Нормально все тренируемся. Красавчики, красавчики. Это супер, потому что я тоже хочу уже тренироваться. И лед откроется только 7 числа. Поэтому сейчас вот так вот на курорте. Так, как успехи? Успехи хорошо. Кому не помахал, машу. Я блогер, теперь 16 человек. Кому хоть пришли, скажи. Ну, это сказать тоже не знаю. Ну, по-моему, этого тоже нельзя говорить. Скажу так, пришли все к мальчикам. Но это будет просто, это будет бомба выпуск. Вы должны посмотреть. Я там особо не участвую. Но то, что там происходит, это просто апокалипсис. Я вам говорю. На Европу должны были поехать играть, карантином отменили чемпионат. Ну ладно, тебе еще сыграешь что-то, не конец же ее жизни. Поэтому так, кому не помахал, махаю. Но пришли все к мальчикам. К мальчикам все пришли, поэтому это было бы очень интересно посмотреть вам в понедельник. Меня там, конечно, нет. Красивый хоть. Я бы не сказал, я бы не сказал честно, не очень. Ну, честно. Мне не очень понравились. Тебе это некрасиво говорить, но честно. Так, нравится кто-нибудь на проекте? Ну, нравится, это нравится. Кто-то просто из девушек мне симпатичный именно из одиночек. Как правильно нравится? Мне для отношений или вообще нравится как человек? Я вот не понимаю. Так, привет. Алена Фан, Даша. Привет, Виктория, привет. Как нравится мне, как девушка на проекте? Или как? Ну, к тебе очередь уже, наверное. Ребят, ну, пишут, конечно, там кто-то хочет прийти. Кто-то думает. Спасибо большое, очень приятно. Кстати, сейчас Макс проходил ваш с Рапунцелями. Они тут что-то гуляют. А, нет, туда проходил, домой. Насчет очереди, да, хотят прийти девочки на проект, реально хотят. И я просто понимаю, что на данный момент этого делать лучше не надо, потому что, может быть, я в субботу отсюда уйду сам. Серьезно, потому что все-таки, мне кажется, надо уползать отсюда. Вот. Так, надо, чтобы и внешне, и духовно совпадало. А внешность не особо играет роль. Внешность тоже играет роль, на самом деле. Чем занимаешься там целыми днями, когда свободное время? Сплю. Передай им привет. Макс с мамой наладил отношения? Да, все хорошо, они все вместе. Не уходи, ты такой позитивный человек. Спасибо большое, очень приятно. Но все-таки я считаю, что надо вот мне либо привыкать тут, честно, всю жизнь ко всей этой движухе, что происходит, либо зачем тогда было приходить? Зачем тогда была приходить просто на 2 недели? Ну так нужно было, потому что. Нах ты такой красивый, блядь? Это я Саленко Захару сказал. Он же красивый у нас, мачо-мен. Макс и Алена до сих пор вместе. Да, до сих пор. Так, красава, старость, удачи тебе там. Спасибо, дорогой. Очень приятно. Почему уходить хочешь? Не твое место. Да не, место-то, в принципе, мое. Реально, как бы. Я нормально, как бы, к девочкам отношусь. И к девочке, конечно, с пацанами я со всеми общаюсь нормально, как бы, там, двигаемся. Там, ну, жестко двигаемся. Но понимаю, что просто.
Антон Силенко у меня на Наталье тренируется. Просто понимаю, что... Ну да, может быть так, что не лежит душа, может быть, вот так. То есть я такой человек, мне нужно двигаться, понимаете? Я хочу постоянно там двигать, там, погулять, сходить на лед, не знаю, там, заняться сексом в конце концов тут, блядь. Ну я понимаю, что тут погуляешь ты по территории, займешься сексом, максимум ты сходишь в зал, ё-моё. То есть нет, проект крутой, реально, тут все есть, все есть. Но просто реально хочется, знаете, там, уйти от проблем куда-то, прогуляться в какой-нибудь парк, да, там, с малышкой. А тут все как бы на одной территории, и там выходной тебе дают раз там две недели. То есть это тяжело. А как же Селена? Ну, Селена вон там занимается, что? Ножки качает, чтобы похудее были. Поэтому как-то вот так. Ну, у вас же выходные будут. Да, нет, выходные, конечно, будут, но... Я просто говорю, когда ты сидишь в доме, да, и ты понимаешь, что... ты хочешь поесть, да? Ты хочешь, ты выходишь, ты берешь тарелку, накладываешь еду, и ты хочешь поесть, да, покушать. И ты хочешь в спокойствии это сделать. Нахуй проблемы заебали. Когда все начинают о проблемах, ты просто сидишь, думаешь, ебать. Ты хотел бы встречаться с Еленой? Да не, уже не хотел бы. Она очень невоспитана, некрасиво себя ведет, поэтому мне вообще не заходит ее поведение. Но ты-то, блядь, уже не потому что отношений нет пока. Но приведешь себе девочку, потом самоизоляцию уберут и будут выпускать на выходные пару месяцев и зарплату будут платить. Останься, пока успеешь всегда уйти. Да понятное дело, что всегда смогу уйти. Просто честно говорю, вот ты реально просто даже банально выходишь и берешь себе хлопья, и ты хочешь их поесть молоком. Просто, вот, знаешь, там, ну, знаете, как, блядь, ебануться уже с этими плотными местами, уже даже дикцию проебался. И ты хочешь просто поесть, взять какую-нибудь газетку, да, или телек включить и посмотреть. А тут просто тебе, вот, ты так ложку ешь, и тебе говорят, ой, Горян, расскажи, блядь, как ты там провел свой день вчера? А, ой, слушай, а там вот, кстати, давайте обсудим то-то-то-то-то. И ты думаешь, ебать. Ну, это вообще, блядь. Софья говорила, что ты была бы изменена, это правда? Я ей изменял. Знаешь, когда такие вещи пишут, мне можно написать об этом в личку и спросить у меня об этом, да? Но никак не при всей аудитории. И насчет Софи. Насчет Софи, я так скажу. Та любовь, что была у меня там 4 года, да? Это были самые искренние чувства, которые вообще существуют вот, между людьми, да, какая-то взаимосвязь, это были самые большие и самые сильные чувства, вот, поэтому, ну, раз она так говорила, что я там что-то делал, ну, пускай так говорила, я лично знаю, самое печальное, что на проект берут как раз таких более активных, хабалистых, так как выпуски с ними смотреть интересно, хайп всем нужно, спокойных сразу уберут. Ты же говорил, что не встречался ни с какой Софьей. Короче, была одна девочка, мы с ней встречались долго очень, да, мы расстались, и ну, просто есть люди, которые, они хотят как бы чуть-чуть там, типа, ну не хайпануть, а просто вот балаболить. Там летом со мной как-то сидеть, обычно в людях все выходит, считай, зал, бассейн, общение, романтика, все дела. Ну да. Короче, и в итоге, когда мы расстались, изменяла мне она. Не я. Когда люди расстаются, которые встречаются 4 года, и через 3 дня девушка садится в автомобиль к взрослому дяде и ездит с ним в ресторан кататься, и после этого там еще в коттеджи во всякие, я считаю, это ненормально. Я не буду, еще раз говорю, поднимать эту тему, если там меня клевечат, пускай клевечат. И для меня человек в жизни остался хорошим человеком, пусть и так будет все у него хорошо. Еще раз говорю, кто-то, вот тут, блядь, просто будет реально затрагивать тему насчет там бывших отношений, еще чего-то, блядь. Я просто увижу, я нахуй блокирую. Ну, серьезно, мне эта хуйня, она нахуй не нужна. Так, привет, привет, привет. Ага. Кто зашел?
Просто я, блядь, я хуею таких людей, которые вот в крыску берут и пишут. И пишут. Вот, вот опять, блядь. Ну я хуею, все, короче, я блокирую. Это, блядь. По-нормальному, как бы сказал. Конечно, конечно, все, что было в прошлом, оно в прошлом. Зачем ворошить, копать прошлое? Позвать сюда там мнение спросить. Пускай на Сейшел есть еще фонарик сгонять. Границы там еще не открыли. Марина там уже пылью, наверное, покрылась в ожидании Сереги. С Маринкой нет, кстати, мы с ней общались вчера нормально. Ну, ждет, все хорошо, общается каждый день на связи. Вот. Так, надеюсь, 24 человека поняли меня, что если вот так вот будет шляпа, то я буду блокировать. Лимба такую хуйню пишет. Согласен, согласен. Лишь бы, блядь, спиздануть что-то. Лишь... Где Селена, блядь? Еще нападет на меня с ножом сзади. Так. Ага. Ага, ага, ага. Красавчик, всех сук в блок. Да дело там то, что не сук, понимаете? Дело не сук. Дело в том, что вот реально, уже живешь новую, настоящую жизнь. Уже живи, кайфуй, радуйся. Вчера такой веселый был. Ну, вчера я был веселый, потому что я... Потому что я был веселый. Вот, а сейчас... Где Григорьев? У вас... Неплохо получается вместе снимать. А он пошел этот святый. Пошел, короче, к своей малышке. Да блин, дело в том, что у меня настроение-то нормально, оно активное, просто. С Ириной на уме общаетесь. Слушай, блядь, я с ней вообще даже разговаривать больше не хочу. Какая-то она. То сюда, то туда. Какая-то, блядь, неуравновешенная, короче, не буду с ней разговаривать. А, так. Она мне так понравилась. Кто? Наоми? Нет, ребята, Наоми красивая девочка, симпатичная. Да, там, может быть, где-то местами умная, но в плане отношений вообще не она. Ну, то есть для меня вообще не она. Ну, стопудово. Поэтому как-то так. Новенький тоже попиздил вообще. Вчера были виски, кола, королёва, танцпол, королёва. Ну, типа такого, да, было. Так, давайте еще вопросы почитаем. Что интересного происходит? Егор нам написал. Да ничего, просто сидим, разговариваем с ребятами. Так, лекарство для зубов. Да, она странная, это точно. Ребят, дело в том, что... как вам правильно сказать? Она не то, что странная. Человек просто говорит, ну, нет, нахуй. Барыша с новенькой общается? Нет, ребят, он не общается. В ней парни разочаровались на уме. Была такая ситуация, что на проекте она поцеловалась только со мной. Вот. И она говорит, что этого не было. Мне очень обидно за людей, которые это делают. А потом говорят в лицо тебе, что этого не было. Поэтому вот так. Я не понимаю, как это сделать. Какой твой типаж? Кока-кола была подрящей. Да, ты там, походу, не нормальный, все остальные строят из всякого попало. Ну да. В ней парни в Науме. Ну да, внешность красивая. Внешность, да, красивая. Науме, да, по льду не скучаешь. Очень скучаю, очень. А что она бабищу не понравилась? Из-за поцелуя вашего? Нет, нет. Она... Бабич просто такой человек, что ему нужно... Он как бы прикалывается над девочками. Микрофон вообще не снимаете. А поцелуй не сняли, что ли? Нет, почему сняли? Просто это будет в каком-то из эфиров. То есть она попросила меня... сделать так, чтобы это никому не рассказывать. И в итоге, блядь, как бы, ну, нас увидели, да? Там один мальчик и... Да нет, не в отношениях. И просто, понимаете, самое, блядь, ну, знаете, насколько обидно, когда забегают ко мне в комнату и говорят, а там говорит на кухне, что ты балабол. Я реально, знаете, я вот выхожу и говорю, тебе вот не стыдно? Ты мне, вот представляете, как бы ты с человеком делаешь какое-то дело, ты смотришь, как он это делает, и он тебе в глаза смотрит и говорит, нет. Этого не было. И настолько человек заврался. Я не думаю, что у него есть баба за периметром. Мне кажется, все-таки... Мы с ним просто подружились очень хорошо, и мы с ним хорошо общаемся. И я... пока не понимаю его логику в этом во всем.
Вот, и самое обидное, просто я ей говорю, выключи микрофон, ну реально выключи микрофон. Давай с тобой поговорим нормально. Я говорю, ты понимаешь, ты меня балабом выставляешь? Мы с тобой не поволшебничали, там, да, ничего не сделали. Я говорю, просто мы с тобой поцеловались. И почему ты так людям говоришь, что типа я ебан? Я говорю, никто тебе не скажет, что ты плохая или еще что-то. Так она мне, прикиньте, она просто мне в лицо говорит, типа, ну нет. Я еще раз говорю, как бы для меня этот человек, вот, мне вот страшно с такими людьми, ну реально. Вы с Бабичем крутые парни, спасибо большое. Просто реально неприятно, когда такая вот движуха происходит, прям грязная, ты думаешь, ебать, вот реально. Я поехал когда на выходной, я заехал ей там в аптеку, я попросила лекарства, купила лекарства, все. И все равно общается, как не пойми с кем, типа, знаешь, типа, я еще виноват. Еще меня каким разменной монеты называл какой-то. А смысл Ири скрывать поцелуй, если его все равно все увидят. Я также ей сказал, потому что я же не дурачок, нахуй, я от этого. Вот это было на тех качелях. И я же не дурачок, нахуй, я же знаю, где камера. И я раз, показался, и все, как бы, если что, блядь, все будет. Так, холодно, ребят, сегодня очень холодно у нас. У нас сегодня очень, у нас, нам нельзя говорить, кто вел сегодня наш шоу. Так, не читаю, конечно, неприятно. Такое бабище может быть, баба. Паша, с вами Алена в отношениях? Нет, играется. Микрофона у меня сегодня не было, я его давал новеньким. Всем привет, кто заходит. Да вы же там сидели на ее сторис. А, ну да. Вот как раз у меня же сел телефон. У меня сел телефон в моем прямом эфире. И я тогда замутил такую штуку. Блин, просто реально, ну ты вот... Короче, кто новенький приходит, они вообще в ауте от того, что происходит. Бля, я не понял, что границы открыли, что ли? Самолеты эти полетают, ебнуться можно. Просто мы пока сидим на лобном месте. У нас постоянно эти самолеты летают. Постоянно. Я думаю, ты как это вообще? Куда они летают? Не болей. Ты с вами не общаешься. Понятно. Я уже предупреждал, я тут вижу. Короче. Да, вы же там сидели. Да. Не болей. Я не болею. Это, по-моему, не тот день был. Это был уже девичник Клавы. Да. Да, это был именно тот день. Вот какой-то мальчик пишет, чебурек, ты сам чебурек, понял? Я не чебурек. Ладно, шучу, это мой друг. Так, Esmi2509, кто-то такая, привет. Блин, лучше бы вы с Ирой друзьями оставались. Блин, так мы и хотели с ней остаться друзьями. Бабич, ты куда? Да. Люди, знаешь, что пишут? Вот он. Он показал фак, вы видели? Просто, ну, сколько человек, новенькая девочка пришла. Ну, не айс. Так, чебурек. Я захотел, чебурек, отвлеку вас от проектной темы. Хорошо. Видишь, Санит, ты все хорошо? Да. Ира, видать, пришла лицом торговать. Слушайте, ей на самом деле нравится Паша. К тебе кто-то походил? Не понял вопроса, если честно. Ей очень нравится Паша, но даже она потом Орловой призналась на ТЭТе, что да, она со мной целовалась. То есть я говорю, ты говоришь им людям, что этого не было, потом заходишь в кухню и говоришь, да, я поговорил, это было. Я говорю, блядь, вообще нормально. Я говорю, я тебе сказал, не закапывай себя. А почему ты сегодня не заступился за Селену? Потому что я с ней не вместе. Блядь, мы просто... Тебе не нравится Яна Захарова? Хорошая девочка, но... Бывает... Блин, тут все по-своему хорошие, на самом деле. Но самый красавчик я. Милена и Славян вместе. Ребята, я вам так скажу, короче, я тебе это скажу лично по видеозвонку, сейчас я тебе позвоню, ты немного охуеешь. Ребята, а вы смотрите понедельник, и вы охуеете. Нет, Селена и Славик не вместе, они просто там делают какой-то рэп ебучий. Поэтому так. Блин, они общались 2 дня с Пашей этим, и прям капец, она типа влюбилась. Что за бред? Она не типа, она реально влюбилась в него, вот. Не влюбилась в него, он ей нравится, он ей очень нравится. Но когда просто со мной человек целуется, и мне говорят, что я разменная монета, я вообще думаю,
Я почему-то не верю, что Ире нравится Паша. Я, честно говорю, я хочу избежать общественных разговоров, диалогов, всего. Что не нравится в поведении девушек? Очень много, когда ты выходишь, я говорю, вот там на кухню, да, очень много все исполняют. То есть в обычном мире женщина так себя вести не будет. А там... Блять, ты аж пиздец. Поэтому там Славян сторис снял, что у него там какая-то жесть произошла. Да, там пиздец. Ребята, сегодня был пиздец. Смотрите, через неделю, понедельник, приход. Офигеете. Честно вам говорю. Поэтому не буду говорить, что произошло. Но, блять, пизда, как холодно, ебаный в рот. У меня аж, я умру сейчас. Скандал, интриги, расследования. Да, братан, мне очень холодно. Я сегодня сидел просто в Кэлвин Кляйне, нахуй, на лобном месте. Я чуть не сдох. Я тебе честно говорю. Я укрылся всеми плитами, которыми можно было. Просто всеми. Ой, блядь, как холодно. Ёб твою мать. Так, приходили ли к тебе на проект? Ребята, хотят прийти. Хотят прийти, но... Я пока не хочу. Пока хочу посмотреть, что как. Игорь, не уходи с проекта. Хорошо, не буду пока что. Сколько у вас лобно идет? Бля, лобно идет часа два. Два с половиной, ёпта. Сдохнуть можно, я вам серьезно говорю. Так, иди в дом, зачем мерзнуть? Просто сейчас не выдаю телефона, а я спрятался от камеры. Она вон там, блядь, она меня почти увидела. Поэтому не хочу палиться немного. Как холодно, сука. Блядь. Так, ты такой веселый, спасибо. Сколько у вас, ну, блядь, вопрос. А, ребята, у меня же мне вопросы задавали. Сейчас я буду отвечать, моменту. Так, станешь звездой, не забудь, кто тебя всему научил. Так, это Серега мне написал, мой фитнес-тренер. Серый, я понял. Ага, братан, живи, сильное решение. Угу, хорошо, как тебе Ирина? Молодец, Ирина, как дела? Спросила одна девочка. Дела у меня зашибательски. Ты что, какой тухлячок? И смайлик такой вот так. Не знаю, не понял вопроса, ну ладно, присмотрись к Ирине, нет. Нравится на проекте? Да, прикольно. Так, какая пара, еще пару вопросов зачитай и все. Какая пара на доме 2 нравится? Надеюсь, ответишь, пишу первый раз. Нравится пара Федя Анита. Хорошая пара. Почему не добиваешь Ирину по-взрослому? Потому что мне не надо ее добиваться. Зачем? Так, ладно, поехали. Что дальше у нас? Так. Почему телефоны не выдают? Ну, потому что их выдадут только часа в 2:30 ночи, а я его поэтому не сдавал. Так, с какого момента вы так хорошо сдружились с Ириной? Ну, были там дела. Со СТС бы пообщался бы. Я с ней общался. И у нее там все хорошо. Ой, блядь, как холодно. Это ж пиздец, можно обосраться. Рекламная пауза, моменту. Так, ребята, сейчас быстренько этот блиц-опрос. Кто с какого города? Чтоб я поближе знал, что кто ко мне поближе. Что за поцелуй? О май гад был. Лучше бы я этого не говорил. О май гад был. Unbelievable together right now. Санкт-Петербург. Был в Санкт-Петербурге. Буквально у вас изымают телефон. Да, изымают. Был в Питере. Буквально месяц назад. Больше не поеду. Балашиха. Ух ты. Прям очень рядом. Подольск. О, Санкт-Петербург. Не поеду. Казахстан. Караганда. Обалдеть. Москва. Москва. Это вообще заебумба. Москва. Коронавирус. 4 шестерки. Так, Фрэнсис. 16. Привет. Ага, привет. Москва, Казахстан, Петербург, Подольск. Передаю всем огромнейший приветос из Moscow Federation. Просто Москвы. Ебать, как холодно. Чечня, ебать. Салам алейкум. На самом деле, среди них я чисто свой. Просто у меня сейчас борода, я ее побрил немного.
Даже чеченки тут, да. Уже надо аккуратнее идти. Так хочу сейчас просто в люльку и спать. Почему больше не поедешь в Питер? Не понравилось? Понравилось, просто когда я туда поехал, я ездил очень масштабно. И не хочу пока что ехать в Питер. Поэтому вот так. Так. Валикум ассалам. Нох чиву. Так, я не понимаю, почему Москва отвечает валикум. Ну так, иди спи. Да, я сейчас пойду, скоро. Сейчас я пойду на кухню. Там одна девочка приготовила, как раз Пашина. Короче, движуха такая, когда к Паше приходят девочки, они общаются со мной. Понимаете, о чем я? То есть, я с ними иду в зал, я с ними иду на качельки, я там иду в бассейн или еще куда-то. У тебя до проекта столько же было подписчиков, или с приходом стало побольше. Да, с приходом, конечно, стало побольше. Откуда чеченский знаешь? Ну, у меня есть друзья чеченцы, я же общаюсь с ними тоже. Так, Полинка, 995. Это, я так понял, год рождения. Обалдеть, я какой голова. Так, а как тебе Алена новенькая? Симпатичная, ну, блядь. Не она, блядь, а, блядь, ситуация вообще. Короче, вы это все увидите, хаварцы, друзья. Да много кто есть, друзья. Просто есть, короче, девочка, она ей понравилась жестко, она мне нет. И я, когда он там перед тем говорит, что ей нравлюсь, я такой думаю, бля. И, короче, я такой говорю, мне когда говорят, тебе нравится она, я такой... Ну, бля, мне не хочется ее обидеть. Ну, реально не хочется ее обидеть. Я такой говорю, к сожалению, говорю, или к счастью, я говорю, ну нет, не мое. Вот, поэтому, блин, не знаю, просто иногда неловкая ситуация, да реально не хочешь обидеть девочку, и просто тебе, блядь, нужно это сделать. Ну, реально, потому что в Москве много дагов. Да и дагов, и чеченцев, да и всех очень много у нас тут. Алена, мне кажется, глупенькая. Ну, бля, она не глупенькая, она хитрожопенькая. Откуда... Твои друзья и я про чеченцев. Грёзный Ахмат Сила. Так, по-любому говоришь про ту, которая к Барышеву приходила. Ты, сука, много мебели, а ты голова, а ты умничка. Даги везде. О, дела, делишки. Ну, лучше сразу сказать, что нет симпатии, да? Да, правильно. Ирку бери себе. Нет. Нет. Привет, дядь Слава. Блять, все, ну у нас люди, короче, уходят. Ебучий этот эфир, блять. Мне только я из-за него этот замерзаю, блять. Ёб, пройдусь хотя бы прогуляться. Пиздануться можно. Так, а чё она? Иди в дом, тебя там ждут. Хорошо, так, а чё она Барышева не стала добиваться? Она лобно усиралась, что это её любовь. Тут много кто усирается. Да недолго. Ой, бля. О, как холодно, ребята. Если бы вы все тут знали, вы бы все тут обалдели. Так, ну что, вопросы будут? Вон стоит шкаф. Это одежда, нет, нихуя, может ему купить. Научить лжанского хоккея играть. Да, он сам кого хочет, научишь. Сейчас. Сейчас, девочка поедет. А, блядь, нельзя показывать, сейчас там выйдет на новенькой. Короче... На проекте Венца не хватает, ей-богу. Ну да, можешь показать Иру. Не буду показывать ее. Да нет, ростом он чуть-чуть выше меня. Ой, бля. Я не могу. Бля, я сейчас спалился перед камерой, что у меня мобайл. Ебать. Спалился, что у меня телефон. Лучше ты, Паша, сырый был. Обалдеть, Пашка высокий. Ой, бля, как мне надоело.
что с телефона стал? Ты же полиции не хотел. Да я знаю. Тихо, блядь. Так, что у нас? Вопросы будут какие-то? Быстро вопросы. Ира орать начнет, если ее покажет. Да не начнет, она какая-то такая со своими тараканами в башке, поэтому привыкаешь. Ебать. Что будет, если увидеть с телефоном? Да ничего, штраф дадут и все. Ебать, как холодно. Просто, ребята, я окочурился. Я реально окочурился. Мне так сильно нравится. Нет, сколько штраф за спойлер? Блять, братан, 2 миллиона, охуел. И это тоже спойлер, блядь, поэтому за который мне выпишут эти бабки, нахуй. Как Марина похорошила Фауста и нормально. Страхова? Или какая Африкантова? Кто из идущих нравится? Бузова Бородина. Сколько раз даю телефону? Вообще два, но я не... даю. В это время спят. Ребята, мы ложимся спать где-то в 4-5 утра. Ну, по-честному. Хуй тут выспишься, блядь. Свет у тебя горит до 4 утра. Страхов. Ну, она умница, на самом деле. Она реально отставит свою позицию. Красиво стелит. Она молчит. Ну, вот ваша Ира идет. Ну, показать. Да, стареньких могу. Захар сзади стоит с ебаром. Данек сейчас за окном пошел туда. За телефоном. А я тут пока сижу. Ха. Ой, блин, ребят, очень холодно. Ну реально. Прям можно умереть. Поэтому наш эфир, скорее всего, подходит к концу. Потому что я жесткий. Поэтому у меня всегда телефон. Я проплаченный тут. Поэтому, ребята, у меня мне очень холодно, реально. Звенят и гугошки. И поэтому я пойду греться в дом и кушать. Флиртовать с девочками. Ладно, все, всех обнял, всем желаю добрых снов. И чтобы у всех было все чики-пуки. Но у меня телефон, потому что я его... Яба, да, прикольный, шоумен. Все, всех обнял. Всем чао, бомбитос. Чтобы у всех было все хорошо, блядь.